Курагинской районной больнице может появиться компьютерный томограф. Этот вопрос решается в Министерстве здравоохранения края. В новой поликлинике есть все условия для установки этого оборудования. Потребность в этом исследовании есть. Вот. И есть, значит, договоренность о том, что при установке данного оборудования будут обслуживаться жители Каратузского и Идринского района. Кроме этого, значит, в планах на 2018 год стоит, в планах мероприятия на 2018 год стоит приобретение передвижного флюорографа, который необходим для нашей территории. Территория очень большая, и на сегодняшний день у нас в районе всего лишь два флюорографа, и то не стационарные. Поэтому, чтобы охватить жителей района флюорографическим обследованием, нам необходим флюорограф для нашего конкретного района. Тот флюорограф, который находится в межрайонном центре, он нашу потребность не покрывает. Еще недавно в больнице были большие проблемы с обеспечением врачами. Сегодня удалось пополнить кадровый состав. На сегодняшний день, значит, поликлиника Курагинской больницы на 80% укомплектована терапевтами, на 100% укомплектована педиатрами, на 100% акушер-гинекологами и на 80% врачами-хирургами. Условия труда хорошие. Мы оснащены всем оборудованием, тем, которое необходим для оказания первичной медико-санитарной помощи. Остро нуждается Курагинская больница в узких специалистах. В этом году мы укомплектовались и узкими специалистами. Нам была выделена еще одна ставка врача-офтальмолога. И у нас уже многие годы не было врача-лор. На сегодняшний день эти специалисты Курагинской районной больницы, они имеются. Однако есть потребность у нас в таких узких специалистах, как врачи-неврологи и врачи-хирурги. Кроме этого, значит, потребность по району есть у нас и по фельдшерам. Поэтому на сегодняшний день совместно, эта работа совместна, и она совместна с администрацией района. Мы проводим работу по привлечению молодых специалистов. В части работы ведется приобретение либо строительство жилья для молодых специалистов, как в самом районном поселке, так и на периферии. Это Краснокаменская зона, Кашурникова, Артемовск. Сегодня, входя на территорию Курагинской районной больницы и видя ровную засыпанную щебнем площадку, кстати, совсем небольшую, удивляешься, как там располагалась поликлиника. Сегодня поликлиника, административные службы располагаются в трехэтажном современном здании, а на месте построек 30-х годов прошлого века разбиваются цветники. Мы работаем в направлении благоустройства нашего больничного городка. Снесены здания старой поликлиники, старого административного корпуса. Вот. И на 2018 год, значит, будут выделены денежные средства для дальнейшего благоустройства территории.